Итак, всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». И как мы обещали, показываем этапы строительства дома, насколько изменились за 6 дней, что произошло и как они выглядят сейчас. Напомню, что дом строится у нас около 10 месяцев, и один из них может стать вашим. Как изменились дома за 6 дней? Именно 6 дней назад мы их снимали. Тогда не было еще крыши, стропил. На соседнем доме не было еще даже второго этажа, только происходила кладка блоков. И вот сейчас мы видим, что стропила готовы к следующему этапу, а именно к пароизоляции, потом металлочерепица. Но об этом мы будем показывать, будем рассказывать, потому что мы стараемся отследить все этапы строительства. В одной из наших программ задавали вопрос: покажите, как вяжется арматура. И вот сегодня у нас есть та самая уникальная возможность показать, как она вяжется. Здесь есть, конечно же, свои тонкости. Используется, во-первых, специальная проволока. Во-вторых, нужно соблюдать определенный шаг. Но мы здесь видим, что шаг идет на каждой вязке, вот на каждом отдельном блоке. Сейчас ребята на заднем плане вяжут опалубку, после чего будет заливаться все это специальным раствором. Итак, касаемо вязки самой арматуры, конечно, специалисты потом проверят мою работу. С виду ничего сложного, но когда больше сотни проволочек ты вяжешь, руки и пальцы устают. Потому что, кажется, пару секунд, и дело готово. Здесь тоже есть одна тонкость, здесь главное не перетянуть, чтобы проволока не лопнула. Но приятно, на самом деле, свою лепту внести в строительство домов. Дом, который сейчас находится на заднем плане, мы снимали 6 дней назад. Тогда только выставляли стропила, ну а сейчас мастера выполняют подшивку и натягивают гидроизоляцию. Еще один дом будет здесь, 86 квадратных метров. 2 недели назад не было еще даже блоков, ну а сейчас все готово для того, чтобы возводить стены. Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что уже через несколько недель мы покажем еще один этап в строительстве домов, будем обращать внимание на какие-то мелочи. И пишите нам, задавайте свои вопросы. Мы всегда следим за комментариями, максимально стараемся на них ответить. В эфире был канал «Стройгарант Анапа». До новых встреч! Пока.